Сегодня удаление графического ключа, телефон Realme C11 на 10 андроиде. Также способ поможет, если у вас пин-код, либо пароль. Это наш телефон, мы, естественно, графический ключ знаем, но что делать, если вы, допустим, забыли? Нужно попытаться, естественно, вспомнить. Если не вспомнили, то нужно будет сделать хард-ресет. Хард-ресет – это сброс настроек до заводских. При этом все данные из телефона удаляются. Если не вспомнили, то нужно будет это сделать. Для того, чтобы у нас все получилось, выключаем телефон, и затем нужно нажать комбинацию кнопок. Нажимаем «Включение» и держим, и спустя через полсекунды нажимаем громкость «Низ» и держим их вместе. Когда появится заставка Realme, кнопку «Включение» отпускаем, а громкость «Низ» продолжаем держать. Итак, смотрите, нажимаем «Включение», громкость «Низ», появляется заставка, «Включение» отпускаю, громкость «Низ» продолжаю держать. И появляется вот такое вот меню. Здесь выбираем английский. Можно нажимать по экрану, либо нажимать кнопкой включения. Передвигаемся на пункт Vibe Data, либо кнопками громкость низ вверх, либо просто нажимая по экрану. Выбираем пункт Vibe Data, нажимаем кнопку включения и затем вводим код. Этот код постоянно меняется, то есть если мы выйдем назад и нажмем опять, то у нас будет код уже другой. Это нужно для того, чтобы телефон убедился, что мы действительно это хотим сделать. Здесь нам нужно выбрать формат Data и нажать формат. Идет удаление данных, и затем появится кнопочка «Ок». Нажмем ее, и телефон начнет перезагружаться. Перезагрузка будет идти примерно минуты 2-3. Если на телефоне не было аккаунтов, то он загрузится. Если был аккаунт, то нужно будет подключиться к интернету, ввести аккаунт. Если не помните аккаунт, то читайте описание под видео. Там будет два способа, как удалить забытый Google аккаунт на данной модели телефона. Realme C11 RMX2185 на 10 андроиде. На данный момент здесь самое последнее обновление. Нажимаем «Ок», вот появилась надпись. Нажимаем «Ок», и телефон начнет перезагружаться. Все, ждем, пока телефон перезагрузится. Так, выбираем язык интерфейса. Здесь нажимаем «Пропустить». Если при нажатии на кнопку «Пропустить» у вас появится вот такое сообщение, то значит вам нужно будет подключиться к интернету и затем ввести данные Google аккаунта. Если вы их не помните, то читайте под видео описание, там будет два способа, как удалить забытый Google аккаунт, если вы его не помните. Мы продвигаемся дальше, и все. Графического ключа уже не будет. Все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.